Да, для того, чтобы настроить разлив, его нужно сначала снять и полностью сложить. После этого сложенный разлив помещаем в спусковой механизм и начинаем закручивать. Закручиваем ровно до того момента, пока он не начнет сам раскладываться. Вот он достиг упора, потихонечку крутим, и он начнет сейчас сам раскладываться. Лейка мешает чуть-чуть. Вот он пошел раскладываться. С этого момента откручиваем два витка, и все, и можно уже крепить его на место. Сначала переднюю часть, потом заднюю. Для того, чтобы закрепить переднюю и заднюю часть, нужен ключ и звездочка. Для передней части это звездочка на 30, а для задней на 40. Ключ желательно разводной. Сильно можно не затягивать, главное, чтобы гайка зафиксировалась. Для того, чтобы у нас все нормально закрепилось, подготавливаем винт, немножечко прокручиваем сам разлив. Продеваем и фиксируем. Далее при помощи 40-го Т-40 и ключа разводного поджимаем, чтобы зафиксировать гайку. После того, как мы это сделали, проверяем. Отклоняй спинку. Да? Спинку отклоняй. Назад даже у меня. Стопорим. Она никуда у нас не идет. Здесь она вниз не опускается, значит, газлифт работает нормально.